Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Они знают, где покупать. Ломбард «Титан». Для всех и каждого. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. В Кирове по обвинению в смерти двоюродного брата арестован 41-летний мужчина. Семейное застолье для двух родственников закончилось дракой и смертью. По версии следствия, обвиняемый забил брата собутыльника табуретом. Подробности в нашем следующем материале. Я бутылку налью. Ее была тоже налита. Мы выпили. По словам обвиняемого Николая, эта встреча была особенной. Потерпевший Виктор быстро опьянел, а потом ему не понравился напиток, который они с братом пили. В сердцах он плеснул его в лицо родственнику, за что получил несколько ударов. Ну, я им пару раз ударил, он мне пару раз, ну, 4, там, я не знаю. Ну, я не сильно так. Что называется, ударили друг друга по-братски и продолжили пить. Но рюмка примирения не смогла успокоить потерпевшего Виктора. Конфликт продолжился, в ходе которого Николай избил родственника табуретом. Так ты ударил. Я пошел, в общем, чай выпил и пошел домой. Как выяснилось, от ударов табуретом 40-летний Виктор скончался на месте. Его тело обнаружили в квартире. Николай был задержан. Подозреваемый характеризуется удовлетворительно. Ранее не судим, официально нигде не трудоустроен. Детей на иждивении не имеет. Сейчас обвиняемый арестован. Следствию он дал признательные показания. За смерть двоюродного брата ему грозит до 15 лет тюрьмы. Михаил Вагин. Место происшествия.